У эфиры программа «Новины региона» у студии Кристина Кранкевич. Добрый день. Глядите у гэтым выпуском. «Иди и гляди» – фильм Элема Климова атрымаў узнагароду на Венецианском фестивале. Рухаться на мотоцикле по центральных улицах Могилёва в любой час. Свои правы отстойвают байкеры. Подробязности у выпуску. Турнир по боулингу сярод могилёвских студентов. Кто пераможца? Фильм Элема Климова «Иди и гляди» атрымаў узнагароду у номинации «Венецианская классика» на 74-м Венецианском фестивале. Стужка удзельнічала у конкурсе разом с картинами таких сусветно вядомых кинорежиссеров, как Бернар Берталуччи и Стивен Спилберг. Военная драма «Иди и гляди» створена у 1985 году совместными намаганиями двух киностудий «Беларусь фильма» и «Мас фильма». В основе сценария четыре твора белорусского письменника Алеся Адамовича: «Хатынская оповесть», «Карники», «Я с вогненной вёски» и «Партизаны». Дзеянне картины разгортывается у 1943 году в Беларуси. Яе главный герой – белорусский хлопчик, який становится сведкой жаху нацистской карной акции и за два дни перетворается жыццярадоснага подлетка у сівога старыка. По версии британского часопіса Time Out, «Иди и гляди» займая шостый радок у списе 50 лепших фильмов усіх часов. Автор сценария Алеся Адамович дзяцінства и юнаства провел у поселку Глуша Бабруйского району. На мясцовых могілках письменник и пахаваны. Летась Бабруйский райвыканкам принял решение об створении Глуши музея письменника. Разместить его плануют у старым будинку аптеки, где працавала мати Алеся Адамовича. З мэтай реконструкции будинка открыты добрачынный рахунок, где зараз налічваецца каля 12 тысяч рублёў. Сродкі перавяла і нобелеўскі лаўрэат па літаратуры Святлана Алексіевіч. Стала вядома дакладная дата правядзення аднаго з самых любімых магілёўчанамі міжнароднага фестывалю «Золаты шлягер». Так, музычны фэст адбудзецца ў Магілёве з 22 па 29 кастрычніка. Адпаведнае рашэнне падпісана ў магілёўскім аблвыканкамі. Праграму арганізатары пакуль удакладняюць, усе падрабязнасці ў нашых выпусках. То 7-108% до летошнего узроню. Кировский район – лидер по вытворчести молока у Могилевской области. Штодня господарки района надоевают больше за 150 тонн молока. У райвыканкаме кажуть, пэвных выников добились серьезной рупливой работой. Есть свои эффективные подыходы и до вытворчести молока, и до выращивания молодняка. Немаловажно, это заготовка кормов. Мы в этом году применили стратегию, это пожнивных паукосных культур. У нас порядка 3000 гектар посеяно. Это пайзы, проса, суданковая трава, сорго-суданковые гибриды, которые дают нам возможность заготовить в полном объеме полторагодичный запас. Мы экономим кукурузу. Вот сейчас в осенний период. И, ну, прекрасные получились урожаи. Каля 400 кірмашоў запланавана правесці ўвосень па вобласці. Па інфармацыі галоўнага ўправлення гандлю і паслуг аблвыканкама, яны будуць ладзіцца ў кожным раёне. Широкий ассортимент мясо-молочной, рыбной, хлебобулочной продукции и, зрозумела, садовины и городнины по традиции будут реализовывать фермерские господарки, сельгазорганизации, гандлевые кропки и индивидуальные предпринимальники. Так, у Могилеве ближайший кермаш запланованы на 16 вересня на территории средней школы номер 41, а 17 вересня на пляцовце каля гандлевого центра у микрорайоне Казимировка. Специалисты удокладняют, кермаши во всех районах организуют ледь не до конца листопада. Про докладный график проведения осеньских хермашоу и их места можно доведаться на сайте Могилевского аблвыканкама. Право рухаться на мотоцикле по центральных улицах Могилева у любой час мают намер отстоивать аматоры байков. Я наличит, что такие обмежевания порушают их правы. До того, как накировать отповедный зворот у гарвыканкам, яны вырашили попередне огучить свою позицию представникам улады подчас неофициальной сустречи. Правесі, так бы мовіць, папярэднюю сустрэчу з прадстаўнікамі ўлады магілёўскім байкерам дапамаглі журналісты нашага тэлеканала. Атрымалася магчымасць высказацца і выслухаць пункт гледжання іншых. Так, у руках мотааматараў дакумент, у якім 30 подпісаў. Напісана все в простой форме, изложена, как говорится, для тех... Что требуется?
требуем? Ну, мы не требуем, мы просто просим. Обязуемся не шуметь, конечно, не написано, но это, конечно, понимаете, как говорится, в семье не без урода, что в автотранспорте, что в мототранспорте. Конечно же, найдутся люди и среди автомобилистов, и мотоциклистов, которые на отсечке будут ехать на первой скорости, даже специально в кайф какой-то себе. Байкеры стверджают, что знаки, которые обмежевывают ночный рух по центру Могилева, порушают их правы. По улице Пионерской находится единственная дежурная в Могилеве ночная аптека. У всех есть дети, у всех есть семьи. И бывает так, что ночью приходится срываться, садиться на мотоцикл и ехать до аптеки, под которую знаки у нас стоят запрещены. Как быть в таком случае? По информации ДАИ, решение установить эти знаки принято на комиссии по безопасности дорожного руху. Причиной были скарги мясцовых жихаров на шум мотоцикла у ночный час. До того, как было принято решение об установке дорожных знаков, ежедневно, ну, может быть, даже не ежедневно, а еженедельно 3-4 обращения граждан по поводу передвижения мотоциклов в городе Могилеве поступало. За эти последние 3 года они значительно уменьшились. За этот год, в лучшем случае, вот за сезон, если поступило порядка 10 за весь сезон, не более того. Установка запрещающих знаков мотоцикла, ну, ни в коем образом не ущемляет конституционных прав. Потому что, ну, если таким образом относиться, как бы, ну, можно любой запрещающий знак считать движение запрещено, установка запрещена нарушением прав человека. Свой зворот байкеры планируют накировать начальнику областной ДАИ у гарвыканкам. Их мета, каб сняли знаки, которые обмежевывают рух мотоцикла у центра Могилева. В отворотном выпадку яны мают намер вернуться у суд. Будет сейчас обращение байкеров, рассмотрим и это. Может быть, на самом деле какие-то изменения внесутся. Наталья Ильинич, Виталий Алексеенко, новини региона. Могилевские футболисты стали пераможцами республиканских спаборництвов «Скураный мяч». Это самый массовый детячий турнир в Беларуси. Он проходил 20 раз и теперь собрал рекордную колькость удельников. Со старту за медали и кубки «Скураного мяча» смагались амаль 45 тысяч человек. Финальная стадия, якая упершиню проходила у столицы, собрала 24 лепшие команды Беларуси. На футбольных полях республиканской федерации вызначали пераможцев и призеры у 3 взрослых группах. У самой дорослой, где гуляли юнаки 13-14, в год перемоги святковали могилевские торпедовцы. Яны отримали кубок чемпионов. А воротар команды Александр Ажогин и нападающий Алексей Чиж стали лепшими игроками у своих амплуа. Шкляный шар – турнир по боулингу. Под такой назву першиню прошел в Могилеве. Уделу им примали студенты высших научных установ областного центра и промерковали его до 15 года Белорусского республиканского союза молоди. Подробности у нашем репортаже. Каб достойно представить свою установу на турниры, студенты спочатку проводили спаборництвы у своих коллективах. А сегодня это уже турнир городского масштаба. И он объединил студентов разных навышальных установ. Студенты, в принципе, они собираются и вместе на разных мероприятиях и акциях. А в данном случае мероприятие как бы позволяет им немножко отдохнуть, раскрепоститься, пообщаться. Но в то же время они опять же все вместе, все друг другом. Усяго турниры удельничали 8 команд по 4 человеки. Правда, была и одна особливо заметная, бо складалася только из хлопцев. Это команда института Министерства внутренних справ. На их думку сябровства – головная каштовность. Отбирали по критерию курсов. Первый, второй, третий, четвертый, для дабы сплотились все. В нашем деле это, пожалуй, одна из главнейших критериев. Весь коллектив должен быть сплоченным и нести друг за друга ответственность. Конечно, все команды сподевались на перемогу, хотя каждый из удельников признается – новые знакомства – огульный приз для всех. И в своем институте сблизиться, и сюда приехать тоже пообщаться с другими институтами, посмотреть, какие там есть ребята. Вот. И я считаю, что это очень полезная практика, потому что в последнее время очень мало было таких, на самом деле, мероприятий. Ну, летом, естественно, все отдыхают, все разъехались. Вот. И это позволяет новоприбывшим друг с другом пообщаться, познакомиться. Вот. И институтам, опять же, поддерживать связи, контакты и среди БРСМ, опять же, находить новых коллег, новых товарищей, по духу близких людей. Вот это, я считаю, очень важно и нам сейчас необходимо. По выниках турниру лепшими названы 2 команды – студентов Белорусско-Российского университета и Могилевского державного университета имя Аркадия Куляшова. Яны и поделили первое место. Наталья Юдакимова, Александр Артемьев, новини региона. А на этом выпуск завершен. Дякую, что были с нами. До встречи в эфире.